Hey guys, it's Real in the California, March 20, 2020. And I'd like to share this video about this great product. And it's like a synthetic fungicide, and it's I've got this recommendation from my friend Jeff Earl, who lives in Modesto, California, and he really and strongly recommend to use this fungicide when you're planting avocado, any tropical fruit trees, because it's prevent the root rot. And some mildew, everything, and it's he recommend to use it. It's a concentrate. He recommend to use it with water and watering a few times a season, and it will increase the chance to when you're rooting some cutting, increase the chance that it's your cutting will be very healthy, strong. So I really want to try to use it, you know. I'll use it first of all on my thick cuttings, which are over there. So now it's rushing part. Да, ребят, вот я пришло мне с Амазона вот такой фунгицид. Это концентрат. Его очень рекомендует мой новый друг Джефф Эрл. Он живет в Модесто, он пропагандист именно субтропических растений, выращивает субтропические растения, реально уникальные. Можете посмотреть у меня на канале последнее видео, я у него был дома. Особенно это интересно будет для калифорнийцев, сакраменчан, что реально можно выращивать такие вещи у нас в нашем климате. Да, и он рекомендует вот использовать вот этот фунгицид, он препятствует росту грибной, ну вот этих грибков патогенных, также гнили корневой. Очень рекомендуют использовать это для, при выращивании авокадо и в принципе всех субтропических, тропических растений. То есть это концентрат, он разводится в воде и поливается растение. Я думаю попробовать как минимум обработать этим фунгицидом вот мои черенки инжира, вот эту коллекцию. И думаю, пролью также те растения, которые как бы будут садиться потом уже в грунте. Но он очень рекомендует это конкретно для авокадо. Для авокадо, как бы он говорит, что это авокадо, потом ананас, из того, что я помню. Ну, короче, как бы если вы польете субтропические растения, любые растения, это вам не помешает, вашим растениям не помешает, а только увеличит, ускорит укоренение, улучшит результат как бы ваш. Особенно, когда вы садите именно ну, через черенки, да, на укоренение. Это, у инжира это болезнь, да, у них они могут пойти хорошо, но потом корни сгнивают и все, пропадает растение. То есть, очень рекомендую. Все, благодарю всех за просмотр. Да, еще раз, я купил это на Amazon.com.